Большой Каппадокийский каньон. Он так не называется, это я его так назвал. В общем, местное природное образование. Вот Света наблюдает, контролирует ситуацию. Вот. Над тем, что происходит. Сейчас мы пойдем 5 километров по этому природному образованию. Вон туда спустимся. Красотень. Так что, Свет, пойдем по разным лестницам. Немножко. Это Света. Она спускается в каньон, по которому у нас сейчас будет хайкинг. То есть пешая прогулка. Красотень.